Всем привет! Это канал Unliving, и сегодня будет рассказана история о том, как было совершено паломничество в прекрасный город Балашиху, или как кто-то может назвать его Балашиха, но после этого обычно люди не живут. Это была давно запланированная поездка, ну, точнее, поездка, которую планировали уже больше, чем полтора года, и при этом каждый раз она откладывалась, и в итоге решение о ней принялось буквально за три дня, и... Жарким днем в душной маршрутке я смог добраться до туда и познать все прелести провинциальной жизни в самом большом городе Подмосковья. И самое прекрасное в этом то, что нам, естественно, провели экскурсию местные прекрасные гиды в виде Михаила Рискина, Михаила Чесновского, Михаила Пекаря и Рамиля Бетрединова в очень небольшом количестве. Тем не менее... Это была прекрасная прогулка, прекрасная поездка и даже прекрасная проплывка, после которых, естественно, сохранился видео и фотоотчет, который будет вам представлен прямо сейчас. Вау! Без рыганий, Галин. Чё за дело? Как не запрещено на ютубе. И Вова запретил. Вот посмотри, видишь? Как ты думаешь, я буду вертикальное видео выкладывать? А, блин, давай. Горизонтального видео в итоге я не нашел, и после этого мы отправились в прекрасный парк Пехорка, который, ну, 10 лет назад точно был другим, а вход, не знаю, был платный или не платный, зато там есть отличные аттракционы в виде паутинок и качель, вау. Восхождение. Тимофей, ты еще должен... Фильм советский такой. У меня плохая вестибулярка, я не лезу, ладно. Был ко мне, Митя. И давай. Подержу или поддержу? Да ты дурак, блин. Ты спину-то выпрямил. Все, и катайся. Ничего, еще раз делать. Вот надо вот туда обратно. Сальто ебану. Где есть, я соскажу. Что? Что, в Балашихе играют в доту? Блин, куда, блин, снимаешь? Чувак, ну нет, но я боюсь. Брат, оплачивай, ты будешь супержи. Оплачивай. Деньги есть! Платить не буду. Платить не буду. А здесь что надо? Тут, ну тут тоже нужно сесть. Только тут хуй остается. Очку бери. Чего тебе перевес? Ну давай, ботинки. Главный макак России. Я говорю, не того Ахмета обезьяной назвали. Нет, смысла мало тут, конечно. Смотри сюда. Ты сейчас этот... В детей попадет. Не попал. Лучше с дяденьки покупать. Второй курс дяденьки. Каково быть популярным блогером? Пожалуйста, я хочу. Ведущий. Популярность ударяет в голову иногда. Да? Да. Это была водка. Шишка. Давайте бэкфлип кто-то сделает. Для контента. Тимофей, бэкфлип это ты нас понимаешь. Нет, тут негде бэкфлип. Даже если бы я умел. А ты научись. Тут фронтфлип можно сделать. О, это Чесик пришел. Боже, под это же... Украина нелегитимное государство. Государство и это я вам докажу с помощью батута. В четыре простых прыжка. Ой-ой-ой, как я все растянул, мне очень больно. Коржан вкусинг, яиц быка. Вот это мое. Я уже яйцо верблюда жую.
Ну, это кислое намного. Заебись. Это жвачка. Слышу зов покупать белорусские кухни. Итак, покажите навыки ваших боевых искусств. Вот, значит, маме с локтя. Папе, лоу-кик в голову. Пушечку такую же фирменную. Озон, блядь. Вообще, надо любовью заниматься, а не войной. Блин, ну... Я заебусь хитмаркеры ставить. Давай, Леша. Обзор на горку. Уверенная горка. Главное, чтоб дела в горку шли. Это Чесик вышел? А, да, это Чесик. Он в маске? Миша! 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 Доброе утро, друг. Смотри на него. Я влез. Пиздец. Давай. И как же без любимой рубрики канала «Анфкусинг» прямо посреди антревелинга, или как вы это назовете, без разницы, хоть горшком, блядь. А, он умер. С вами канал «Анливинг». Съемки, блядь. Канал «Анливинг», и сегодня мы тестируем новый монстр. Появился недавно на прилавках России, даже в «Магните» есть. Вот. Ощущение. Атас. Ну, цвет, как мы видим, все-таки тут розовый, и это не помада. Что ж, давайте приступим. Угу. Ну, запах ощущается ягодный такой, просто вот типичные дешевые напитки, которые типа сок, но ягодная хуйня, моя семья, вот. Но у меня нет семьи, поэтому я не очень знаю, что это такое. Вот. Бля, семьи нет, поняли? Кстати, кепка крутая. На вкус ягодная хрень, можно сравнить с Адреналин Раш ягодным. Можно сравнить с тем же розовым монстром, которого сейчас нет на прилавках, так что я не очень знаю, насколько его ставить в приоритет, потому что я все равно буду пить манговый и черный монстр только. Вот, а это, но если он останется на прилавках, я буду его пить. Но 140 рублей это в любом случае много. Поэтому я буду дальше пить флешки и все. Спасибо за внимание. В пиве твоя мудрость и сила. О, сука, блин, давайте денег кидать. Ну, сейчас. Опа! Да что, все, сразу все забирай. Я представляю реально статистику. Бля, как в этом, знаете, клип, который, где дети танцевали, типа, такие нарисованные младенцы с подгузниковым дизайном, типа, ту-ту-ту-ту-ту. А, тектоник. Бля, тектоник. Все, сейчас. Этот мальчик платил лишь на ноги. Ну, пролизован. Ребят, сейчас я вам покажу. Друг, вот прыжочек в воду. У тебя очко мокрое. Снимите это, пожалуйста. Потом под бит подстраивается. Бля, у тебя такая жопа мокрая. Танец Литвы, да. Ну что, давай, хорошо. Что за трек вообще? А, ты теперь? А что, все очень, блядь? Сейчас дроп же начинается. Да, сейчас... Так там и на улице нормально ебашит. Я дроп жду. Сделай жест, когда дроп.
Я не слышал. О, хорошо, подальше встань, да. Какие тебе просто покойки? Харкать на меня не обязательно было. Вот он твой дед. Верните! Суки. Янки возьму, блин. Йоу, янки with no brim! Еще минус 2. Ну, лирика какая-то, под нее надо прям жестко заряжать. Под лирикой вообще жестко всегда. Да, Ахмед. Вот он, Jet Stream 7. Миша, а чего у тебя 60 FPS видео? У меня 30 тоже. Блять, какая ты мразь, просто пиздец, я заебался этот трекинг ебаный делать, сука, со своим очком ебаным. Иди в жопу, гандон! С двух ракурсов, я вставлю две картинки одновременно. У меня реально жопа мокрая? Да. Бля, столько. Она у тебя скажет. Вот этот контур с мокрой. А, вот так будет объяснять, что мы будем стоять. Да, ну все, пойду. А, да. Здорово. Все, я как в игре тюрягой сижу, нет такого? Фотка, респектуха. А вы видели, короче, есть Википедия, где там все заключенные там в этой бутырке и что-то. Ну там бутырка, черный дельфин, там матросская тишина. Там я пиво пил. Я там пиво. Еще анфкусинг, нам так его не хватало, конечно. В руках. Наш вот возьмем, где пудра есть. На пудру пожидились, честно говоря, очень сильно. Пахнет жареным тестом, вкусно. Вкусно? Отстань от меня, вкусно. А что дальше? Анфкусинг? Нет, не угадали, лодки, блядь. Нема ярику, яр. Ярик водила проверил. На, ух ты, блядь. Блядь, война. Война. Война, пиздец. Блядь, война. Пиздец, война. Давай. Долби! Куда ты поплыл? Нормально, тебя не надо. Здравствуйте, это Михаил Рискин с канала Unliving. И сегодня мы будем... И сегодня это новая рубрика для этого канала под названием Unswimming. Дай Мишаня поводить, ну по-братски. Мишаня, давай, короче. Сейчас топить будем, долбоёбов. Ага, палец показывает. Все, тут мы одни остались. Вокруг нас стоя гиен. Давай, Саша, если ой, нам пизда, ой, нам пизда. Давай, Далин, не попи! Все, хватит! Сука, я весь водил! Мишань, ну пипец, ну вот это! Мишань, ну мы жидко всосали, вообще жидко! Они попали! Они попали! Без мешка, ну досталось! Я вообще весь в воде! Я тоже в воде!
Стой. Так, ребят, анкусим. Ты уже ешь гниду. Я откусил кусочек. Ну. Хозяин, можно нам поесть? Вы у нас паспорт забрали. Я пока не расскажу. У меня очень горячий шар. Довиду. Итак, сегодня мы берем интервью у Владимира Ионова. Он испытал травматичный опыт изнасилования самокатом. Давайте дадим ему слово. Владимир. Кто это придумали, и те, кто это использует, пидорасы. И? Ясно. Хуесосы. Правильно. То есть самокат придумал Виктор Цой, по-вашему? Получается, да. И хотелось бы мое интервью закончить великими словами, которые знают все, как говорит молодежь. Икс. Так, голова. Ну вот, залез же. Ай, как больно в ноге. Обзор на воду, Владимир. На вкус как вода. Ну, по сути, вкусно. Намного лучше Шишкиного леса. Никогда не пейте Шишкин лес. Самая ужасная вода, которую я пил. Я лучше просто шишки поем. Чего ты на меня смотришь? Это авторская съемка. Я режиссер Валерия Гай... Оператор Валерия Гай Германики. А, ты Валерия Гай Германики. Да, ты транс. Да, я Михаил Гай Германик. По моему мнению... Шишкин лес очко, бля. Хуета. С этой музыкальной паузой из лучших хитов конца 90-х наше путешествие почти закончилось, осталась финальная остановка, то, что вы видели в самом начале, непонятная хуерга, похожая на камни в проволоке. И вишенкой на этом торте из говна остается желание этого молодого человека, этого хуеплета, составить фото и видеолетопись каждого знаменательного места этого прекрасного города. Что ж, наслаждайтесь, блядь.